Первый блин не оказался комом, и фестиваль современного искусства прошлого года решили повторить в этом. С большим размахом и насыщенной программой. Впрочем, это не только выставки, концерты и перформансы. Любое событие объединено сквозной идеей, своего рода лозунгом обоих фестивалей. Иваново – это город, где в начале 20 века, точнее в 20-е, начале 30-х годов прошлого века реализовалась та утопия о новой жизни, строился в каком-то смысле новый город. Иваново – это достаточно интересный локус, интересное место, где это произошло, и мы вот предполагали некую перекличку того, что было тогда, и о чем можно поговорить здесь, поскольку сейчас город Иваново тоже изменяется, и некоторым эти планы кажутся тоже утопичными.